Саранские сотрудники Республиканской госавтоинспекции и Главного управления МЧС России по Республике Мордовия провели совместную профилактическую операцию «Маячок». Его основная задача – это профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей специального назначения, а также повышение культуры водителей. Согласно ПДД, автомобилисты при приближении машин с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами синего или красно-синего цвета обязаны им предоставить преимущество в движении. Однако, как показал рейд, некоторые водители все-таки нарушали правила и не уступали дорогу машинам экстренных служб. По словам этого водителя, он не заметил, как большая красная машина с громким воем сирен выехала на главную дорогу. Я не успел, я не видел, когда они из ворот. Я как выезжал из ворота, здесь машины стояли, и я выезжал. На всех нарушителей инспекторы ГИБДД составили административные материалы. Санкции за такую невнимательность серьезные. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до года. Но они не идут ни в какое сравнение с человеческой жизнью, которую могут не успеть спасти, к примеру, на пожаре. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».